Ребята, всем привет! Поздравляю всех с утренними сногсшибательными кэфами. А также напоминаю, что сегодня у нас закончился наш еженедельный марафон, где определились 5 победителей. А что самое интересное, сегодня в 20:00 пройдет стрим, где можно будет пообщаться с лидером нашего топа, который занял первое место. Далее расскажет, как ему удалось добиться такого успеха, поделится некоторыми советами. При этом он работает в Санкт-Петербурге на классе эконом. Это не комфорт плюс, не бизнес, это обычный эконом, работает по Яндексу. Поэтому, кому интересно, приходите сегодня на трансляцию в ТикТоке и узнаете наверняка что-то полезное. Также напоминаю, что у нас продолжается наш марафон. С этой недели с 0 часов он перезапущен заново. И теперь у нас не 5 победителей, а целых 10. Поэтому участвуйте, работайте, зарабатывайте деньги и получайте приятные бонусы от нашего парка. Всем удачи и отличного дня. До вечера.